Сегодня снова ищу пробки. Нашла вот такой дворик. Ничем не приметный, здесь очень много пробок. Я решила все заснять и потом выберу, какие пробки мне забрать с собой. Вот обычный дворик, здесь две лавочки. И вот какие пробки я решила подобрать. Здесь было много пробок, но именно вот эти я забрала. Нашла пробку с черепом 4 раза под лавочкой. Конечно, вот 60 лет России, Пепси очень интересная для меня, но она в плохом состоянии. Нашла вот такую, Казахстан, свежая кружка, интересная. Ячменная пуля тоже интересная, но она поцарапана. Bud Light. Та, которая была гнутая, я чуть ее распрямила, но она хорошая. Ура! Так рада, отличные находки. Иду дальше, ищу пробки. Здесь их уже не так много. Вот такую пробку я нашла. Это старая пробка «Уральский мастер». Я знаю такую, у меня есть такая в коллекции, отличная. Какая она ржавая, сколько же лет она лежала на улице. Нашла крышку с вороной. Это от напитка сидр. Я очень редко нахожу такую пробку. Вот такая неприметная лавочка, вернее столик здесь. Часто приходит народ, который открывает пиво. И вот такие пробочки я сегодня здесь нашла. Новые, красивые, целые. Ура! Вот еще пробка немецкая, нефильтрованная. Она красивая, но очень плохая. Я не буду ее вынимать. Нашла вишню в земле. Ой, правда, на ней написано «Вишня в дубе». Иду дальше по дворам. Я решила пройтись возле лавочек во двориках. Здесь, может быть, какие-то пробки. Так, я нашла белый Кремль. Очень давно не находила эту пробку. Что-то интересное, новинка. Я зашла в магазинчик и увидела новинку в продаже. Шымкентская. Вот такая пробочка. Я недавно ее находила, но сейчас хочу купить новенькую. Обзор пробок, которые я сегодня нашла. Вот они все.
Очень интересно, что сегодня я впервые за долгое время нашла плакетку от вина, либо от игристого вина, сомневаюсь, что это шампанское. Нашла Bud Light, но одна из них, она очень сильно поцарапана, я ее сохранять не буду, я избавлюсь от нее, просто решила снять обзор. Также Pepsi 60 лет России, мне очень нравится эта пробка, но она долго лежала на земле в очень плохом состоянии. Нашла Балтику новую, к сожалению, она мятая, тоже она мне не послужит. И нашла вот эти интересные пробки. Впервые за долгое время нашла пенная коллекция пива. Это из Чувашии. Нашла белый кремль. Пробок у меня тоже много, но в последнее время не находила. Это пиво, которое производится на территории Татарстана. Нашла кружка свежего. Вот пробка с изображением хмеля. Это из Казахстана. Ячменное поле тоже долго не находила, но пробочка поцарапанная, придется от нее избавиться. И нашла сразу 4 за один день. Я нашла пробочки с черепом. Стикер я сняла. Это от коктейля «Свободные Масаи». Конечно, нашла вишня в дубе. Это каждый день я нахожу. Эрцман, Рудницкая, золотая кружка. Нашла новый Хайнекен. Вишневый эль. Нашла сегодня вот такую пробочку от первого пивзавода. Ура! Вот мои находки!